Центр Э в эфире, Засекин ТВ в эфире. Сегодня гостем нашей студии является главный экстремист, экстремист в законе, депутат Самарской губернской думы Михаил Николаевич Матвеев. Экспериментатор, да, отчасти энциклопедист, но историк через букву И, ну, скажем, историк. Да, Михаил Матвеев. Первый вопрос, Михаил. Как ты сам себя, да, определил? Оппозиционер, депутат, историк, общественный деятель. В этом смысле провокатор, да, будущий государственный деятель. Возможно, наша передача — это не только некие события, которые мы анализируем или пытаемся понять, но и люди, да, которые создают это пространство, которое называется Самара, Самарский регион. Вот если посмотреть ко мне в профиль в живом журнале, то там написано «политик, историк и просто прохожий». Я себя позиционирую как прохожего. То есть, на мой взгляд, мы все... То есть, ни за что не отвечаем, просто мимо прохожим. В этом мире прохожие. В этом мире я только прохожий. Все проходящее, приходящее. Поэтому в каком-то смысле слова я, так же, как вы говорили про экспериментаторов, я в каких-то... эпизодах рассматриваю себя как экспериментатора. Например, когда я стал заниматься политикой, для меня это был определенный эксперимент. Я не относился к этому как смыслу своей жизни, относился скорее как к некому проекту. И вот этот проект как бы длится, переходит из одного в другое. Вы ощущаете себя как индивидуальный проект, или вы часть той силы, ну не той силы, но все-таки какой-то силы. Ну вот есть Лимоновский проект. Я не знаю, насколько вообще близка эта вам фигура, но вот проект Эдуард Лимонов, он в значительной степени индивидуальный. Да, вот Михаил Матвеев — это индивидуальный проект. Или часть не той силы. Часть светлой стороны силы. Я... как-то сфотографировался, меня ребенок сфотографировал, когда он увлекался фильмами, значит, про «Звездные войны», и я ему купил такой меч, вот так включаешь пластмассовый меч, и загорается такой луч. И вот я с ним вот так сфотографировался, у меня как раз была борода тогда, и разместил фотографию у себя в ЖЖ. Потом она пошла гулять в ироничном таком, Матвеев, как воин-джедая себя изображает. На самом деле, конечно, я рассматриваю себя как штучный проект, как индивидуальный. Я помню комсомольскую характеристику по окончании школы, в которой был раздел, какие сильные качества, какие недостатки. Вот у меня в недостатках в комсомольской характеристике было написано: на все имеет свою собственную точку зрения. То есть это было написано в качестве недостатка, с которым меня выпустило родная советская школа. И этот недостаток, он, наверное, определяет в какой-то степени неудовольствие, скажем, там, какими-то моими позициями, потому что я достаточно часто демонстрирую собственную позицию тогда, когда надо было бы, может быть, выражать некое коллективное мнение. Вы потом понимаете, что вы зря это делаете. Но где-то это совпадает, где-то это является частью тенденций, которые просто многие не понимают. Я помню такой момент, когда, работая в депутатах городской думы Самары в 2005 году, мы оказались в достаточно сложной ситуации, когда решили сменить устав города и сделать выборы мэра из числа депутатов. И коллеги мои, ребята, с которыми мы вместе работали и как-то, в общем, позиционировали себя как некие борцы с Лиманским, они меня убеждали в том, что нужно сейчас в интересах дела лишить город всенародных выборов. Мы убираем Лиманского, после этого там снова объявляем выборы и так далее, и так далее. Я отказался голосовать и оказался единственным депутатом, который отказался проголосовать за изменение этой системы выборов. Михаил Николаевич, ну, может быть, вы просто были единственным депутатом городской думы, который искренне сам хотел быть мэром? Не хватало одного голоса. Дело в том, что это отражало, на мой взгляд, один из основных каких-то концептуальных моих взглядов в отношении местного самоуправления. Выборность населением непосредственно. Я помню, как я ехал с заседания думы, и мне позвонил Владимир Борисович Звановский. И я ему сказал: Владимир Борисович, как вы считаете, я правильно поступил или нет? Он сказал тогда такую замечательную фразу, которую я потом как клише часто использовал. Он сказал: в краткосрочной перспективе ты, конечно, проиграл, но даже не в долгосрочной, а в среднесрочной перспективе ты выиграл.
И поэтому свои какие-то упорства в определенных моментах нужно рассматривать с этой точки зрения. Меня краткосрочная перспектива практически никогда не интересует. Михаил, ну у этого есть какое-то постоянство. С одной стороны, оно есть постоянство, но вот вы, да, с одной стороны, оппозиционер, с другой стороны, вы совсем не оппозиционер в таком в классическом смысле слова, можете опровергнуть, но вы готовы идти на сотрудничество с властью, да, признавать какие-то там позитивные, на ваш взгляд, кажущиеся там свойства, качества, поступки. Но опять же, то, что все время ставит упрек сторонник Путина, было одно время даже. Я вообще не оппозиционер. Я вообще не оппозиционер в том плане, что... Вы же член фракции КПРФ, как не оппозиционер? Поймите, оппозиция, это подразумевается что? Я не знаю, как это с точки зрения физики, но, по-моему, вот есть позиция, да, в Солнечной системе, есть какая-то оппозиция, то есть оппозиция определяется по отношению к позиции, то есть некое есть явление, и вот по отношению к нему ты обладаешь неким вторичным качеством оппозиции. Нет, не всегда. Я просто такой, какой я есть. И где-то совпадают мои взгляды с властью, а где-то они расходятся. Эта власть находится в оппозиции ко мне. Михаил, я все-таки защищу слово оппозиция для тех, кто себя относит. Оппозиция, врач относится в оппозиции к болезни. Он не является вторичным по отношению к ней. В каком-то смысле слово интеллигенция, а я себя отношу все-таки к этому классу, да, то есть она все время находится в состоянии какой-то внутренней рефлексии, которая ее делает объективно находящейся в оппозиции к власти, к некой силе. Да. В то же время, не хочу углубляться здесь в историю вопроса, но так получается, что если человек мыслящий, то он не может соглашаться с многими моментами. Михаил, ну просто прямое такое, очень короткое, да, хочется, у нас не так много времени, а хочется обо многом поговорить. Власть, вот государство первичнее для вас или интеллигенция? Для меня, я скажу, вот исчезнет вся власть, да, все эти разговоры про какие-то действия, поступки, программы, там, прохановские проекты. Останется Пушкин, Чаадаев, Лев Толстой, Борис Пастернак, я не знаю, кого хотите, Розанов, Сергей Булгаков и так далее, да, просто Михаил Булгаков. И для меня, да, Иосиф Бродский, Лев Рубинштейн, Дмитрий Александрович Пригов, для меня это важнее, да, и для европейского сознания, и для меня именно это объединяет, да, вот этот космос, хотя не все знают, да, эти имена. Для вас, я так понимаю, очень много значит вообще вот такие понятия, как власть, народ, я не знаю, национальное тело. Это так? Да, это так. У меня, наверное, имперское сознание, хотя я это скрываю, в силу того, что мне приходится все время общаться с интеллигентными людьми. И поэтому я такой нестандартный вообще, скажем так, империалист, да? То есть во мне на самом деле нет какого-то желания железной рукой кого-то либо к чему-либо загнать. Просто оценивая ситуацию, как она существует в Самаре, в России, как она существует в России, я понимаю, что все-таки действительно Россию общим аршином не измерить. Я вспоминаю такую историю, когда в студенческие годы преподаватель нас предложил на семинаре разделиться на западников и славянофилов. И нужно было так вот быстро там поделиться, кто западник, кто славянофил. Да? Вот. И я как-то так вот не особо задумываясь, определился я в качестве славянофила. И потом мне нужно было подвести под эту базу, я начал читать, выяснять, как, что, где. Пришел к выводу, что я, в общем-то, не ошибся. В какой-то степени западные идеи, многие, которые привнесены были на территорию России, начиная с марксизма там, и заканчивая то есть, там, какими-то веяниями, там, которые у нас подразумеваются под словом либеральные, они преломлялись потом очень сильно. Невозможно было в чистом виде сохранить некую идею. То есть марксизм, который пришел в Россию, как учение, скажем, да, какое-то, ну, такое западное, прям классическое западное учение, оно настолько преобразовалось, там, в период Сталина он превратился там, в национализм, да, в период Брежнева в гуманизм. То есть и в чистом виде марксизм, наверное, просуществовал не очень долго. Гуманизм и Брежнев, вот, от того, что он вялый был. Ну, для меня, на самом деле, дедушка Брежнев и вот этот период застоя один из самых симпатичных в истории нашей страны, когда никого не отправляли, значит, в лагеря,
Детям давали молоко в школе, строились дома. С Брежневым сравнивают еще одного политического деятеля, Владимира Владимировича Путина. Ну, это, конечно... Тоже как-то только по срокам, слово застой, упоминают сроки, да, многое что упоминают. Нет, должен нравиться Путин. О здоровье начинаем говорить. Кастро правит больше Путина и больше Брежнева, но согласитесь, что нельзя сказать, что Кастро... Хорошо, я задам прямой вопрос. Вам Путин нравится? Я свое отношение к Путину определяю так. Определил давно, примерно в 2007 году, когда у меня был период определенного выбора, да. Я тогда сделал такой вывод. Это, кстати, опубликовано в интервью в газете «Волжской заре». Тогда можно поднять и посмотреть, что это тогда действительно так было сказано. Я сказал, что я не считаю Путина выдающимся историческим лидером. Тогда был такой термин «лидер нации». Его «лидер нации». Мне задали вопрос, как вот вы считаете? Я сказал, что я не считаю его лидером нации, выдающимся человеком. Я считаю, что что история дала ему определенный шанс, которым он воспользовался. Но что дальше будет, мы сказать не можем. И отработав свой исторический срок, Путин должен уйти. Вот ключевая фраза. Понимаете? Он отработал свой исторический срок? Я считаю, что да. Михаил, тем не менее, я почти уверен, сейчас вы меня опровергнете, что вы скажете, что есть это банальное, уже паскудное выражение «лихие 90-е», такое с фольклорным привкусом. Но мне кажется, если бы не было бы так называемых «лихих 90-х», в том числе не было бы и вас. Да? Мне так кажется, хоть вы любите Брежнева, мне трудно представить, «Комсомольский путь», если бы не было Брежнева, аппаратный. Да, но наверняка у вас отрицательное к этому отношение. Да, вы сказали, что брежневское лучшее время. Я думаю, что в истории России в тысячелетней, не знаю, насколько я имею право об этом говорить, лучше 90-х годов со всеми проблемами и гадостями, которые были, но время, когда кто-то мог состояться, мог реализоваться, в любую сторону реализоваться. Да? Ваше отношение к 90-м годам... Сергей, это вы с позиции либерал-фашизма, то есть... Я не понимаю, как может быть либерал и фашист. Нет, я могу сказать так. У меня отношение к 90-м плохое. Плохое отношение. И я этим годам ничем не обязан с точки зрения формирования себя как политика. Есть у меня однокурсник Олег Иванец, он анархист, и такой с богатой историей, там сидел в тюрьме, то есть, и так далее, и так далее. Вот он стал недавно писать воспоминания у Андрея Осташкина, они публикуются в блоге о 90-х годах. Вот он там описывает эти все события, бурные 90-х годов. И он бросает мне там такой заочный упрек о том, что вот Матвеев, который сейчас вроде как бы баллотировался на пост мэра, известный политик, депутат, вот мы тогда его не видели вот на вот этих всех митингах, да, что-то он политикой-то не занимался. А сейчас вот, глядишь-ка, стал депутатом. И это действительно так. То есть в 90-е годы меня политика не интересовала. Но вы не тогда разве были политикологом? И это, Дмитрий, было одна из ошибок. То есть я был противником ГКЧП, я помню, что я был внутренним противником ГКЧП, но эти дни я провел в археологической экспедиции, в волгоградских степях, очень далеко от этих всех митингов и так далее. Я помню, как меня возмущал расстрел Верховного Совета танками. При этом я голосовал за Ельцина, когда он приезжал сюда в Самару, я стоял там чуть ли не в первых рядах на площади. То есть я болел всеми теми болезнями, которые болело тогда студенчество. Советское студенчество, которое вошло в перестройку. И, конечно, формирование личности было очень специфическим. Я знаю очень много людей, которые, находясь уже в более зрелом возрасте, сделали определенную переоценку. Но меня Бог спас от личного участия во всех этих политических процессах. То есть у меня не прописана какая-то история, которая бы позволила бы сказать, смотрите. Да. Вы хотите там избавить, вы не ответственны за то. Да, ну вы сформировались тогда. Я наоборот говорю, что я ответственен своим безответственным. Михаил, можно сказать, что вы считаете, когда там в политику вы пришли, в 2000 году?
В 2000... Ну, это гораздо раньше, если считать... Да. Это же хронология, мы же понимаем, о чем говорить. Это была все еще инерция тех свобод, плохих или тех, вот того 90-х годов. Чем они сжимались, тем тяжелее стать, да, вдруг из ниоткуда, да, стать политиком, если не пойти на сговор или на обслуживание тех... Ну, я соглашусь с вами в одном. В период, когда я стал депутатом в 2004 году, избирательное законодательство находилось еще в таком переходном периоде. А тогда, когда можно было зарегистрироваться просто любому человеку, там, внеся залог. И до того момента, когда уже это невозможно. Хоть вот как я собрал в 2010 году 22 тысячи подписей на выборы мэра, их все 100 тысяч признали недействительными, включая мою собственную подпись. Недействительные, все, точка. Вот. В этом плане да, то есть я успел встать на эту ступеньку, тогда, когда избирательное законодательство еще не было отрегулировано так сейчас под нашу суверенную демократию, что фактически сейчас уже ситуация несколько иная. Меня пытаются выбить из политики, а я уже в ней нахожусь. Александр Николаевич, вот вы так иронично говорите, там, наша там, сегодняшняя суверенная демократия. Да? То есть вам не нравится то, что происходит в стране? Ну я же в образе, мы же в либеральной гостиной. Ну почему либеральной? То есть у нас свободная гостиная. Да, если... Мне хочется вот со словом либеральный что-то. Либеральный — это всего лишь свободный, да? Как это может быть? Или мы о свободе говорим, или не о свободе. Я что такое либеральный? Постмодернист или либерал Лейбград, как считает там Матвеев, рядом со славянофилом сидит, и они друг на друга не бросаются, спорят. Потому что мы интеллигентные люди. Да, но то, что... То есть вообще порывает. Но он пытается меня пнуть ногой. Это же видно. Остальные вещи, в чем у меня претензии, да, к чему угодно, к национализму, к коммунизму, потому что там невозможно существование, мы помним, там это было невозможно. Вот о цельности Михаила Матвеева. С одной стороны, он скорее славянофил, да, но славянофилы тоже разные были, те вот середины века, да, 19 века. Не, я в это слово вкладываю только одно. Я считаю, что русский мир — это особая цивилизация. Ну, это же европейский мир. Особая цивилизация, особая. Пусть считается восточноевропейская, там, какая угодно, пусть она со словом европейская, но она особая. Это первое. Такой негатив, второе, я считаю, что Запад в целом враждебен по отношению к России. Я не преувеличиваю Восток и ни в коей мере не хочу сказать, что там, к примеру, существует какая-то там солнце, всходящее с Востока, там из Китая, там из Средней Азии, там или еще откуда-то, где вот нас распростертыми объятиями ждут. Просто сама по себе вот это вот имперское состояние, которое очень не любят наши либералы, да, то есть там, оно создавало уникальную такую возможность для развития культуры, народов и государственности. Потому что многонациональная страна, как это принято говорить, да, то есть там, она, в ней были все подданные. То есть это не было вот, федерации, там, разделенной на границы и так далее, и так далее. Поэтому в этом плане там, тот же татарин, он таким же был там, дворянином, там, к примеру, там, и вся знать... Ну, то есть, ну, знать тоже подданные, да? Грузинская знать, это самое туркестанская, татарская, она вся была интегрирована. В империю. Вы рассуждаете, я прошу прощения, но мы будем друг друга перебивать не потому, что... Не, правильно, времени мало. Вы рассуждаете неких вот этих абстракций, да, будем говорить о персонах. Ну, Михаил Юрьевич Лермонтов или Александр Сергеевич Пушкин, да, который ни разу не покидал границы не потому, что он любил Россию, но он бы хотел бы быть в Европе. И мы сейчас назовем, я думаю, что и вы, да, заканчивая Солженицыным, да, с которым у вас особые отношения, все эти люди вот этим имперским сознанием, неоимперским, коммунистическо-имперским, они подавлялись, потому что как можно говорить о каких-то абстракциях, какие-то народы. Но все-таки мне кажется, что человечество состоит из людей, да, потом из народов, потом, да, из стран, из обществ. Я еще о цельности говорю. Как вот сочетается в Михаиле Матвееве? С одной стороны, Александр Солженицын, мне кажется, да, значимая, авторитетная фигура. С другой стороны, вы во фракции КПРФ. Представить Солженицына во фракции КПРФ невозможно. С одной стороны, Матвеев вполне интернационалист, да, и прежде всего относится к людям, да, по их знаниям, способностям, убеждениям. С другой стороны,
стороны, я все время слышу от вас какие-то национальные вещи. Даже в свой адрес, да. Я спокойно к этому отношусь. И на русский марш я ходил. И на русский марш. В отличие от вас, господа. Но в данном случае, вот вам кажется, деление, насколько можно делить? Ну, я помню разговор с Константином Титовым, да, и он знает, что я Сергей Моисеевич. И он мне вдруг, ну, надо что-то такое сказать, нас объединяющее. И он мне что-то о хасидах, по-моему, начал говорить. Я говорю, как-то интересно, Константин Алексеевич, что вот самарский губернатор говорит с русским поэтом, да, вы, наверное, да, у вас что-то иудейское, да, вот так иронично, потому что Сергей Моисеевич Лейбград в данном случае ничего не значит, но я знаю, что для Михаила Николаевича оно значит, что я уже неким, да, я пригвожден, я уже не могу быть ни французом, да, ни просто русским поэтом надо обозначить, или еще кем-то. Ну, французом, наверное, можете. А? А вот французом почему-то могу, а здесь как это сочетается, да? Ну, учитывая, что Запад враждебно настроен, это может быть даже хуже. Вообще, металлов в чистом виде мало существует, и поэтому везде есть примеси определенные. Людей не бывает черных и белых, в каждом очень много намешано взглядов. Поэтому у меня есть какие-то точки соприкосновения с Солженицыным, а где-то я с ним не согласен. Какие-то точки соприкосновения с КПРФ, с чем-то я с ним не согласен. Там. Какие-то точки соприкосновения с националистами, с чем-то я их не согласен. Вот, например, скажу про Солженицына, да. Я как-то, когда с ним в свое время общался, мне казалось, что он где-то напоминает Льва Толстого. И я между ними проводил такую определенную параллель, а я тогда написал работу, посвященную Льву Толстому. И ему ее все презентовал, думал, что, может быть, он ее почитает где-то там, может, ее публикует, понравится. А он как-то очень холодно к этой теме относился и начал мне рассказывать о том, что Толстой вообще очень много вреда принес России, что он свихнул интеллигенции, мозги, привел к революции, то есть и так далее, и так далее, и так далее. Я не мог понять природы их отличия. Тем более, что я в юности очень увлекался творчеством Толстого и прочитал не только его художественные произведения, но и публицистические, философские, религиозные и так далее. До тех пор, пока вдруг я не понял для себя, что, точнее, это мне объяснили уже там после смерти Солженицына, о том, что Солженицын был православный писатель по сути своей, а Толстой, ну, условно говоря, антиправославный. И на этом был их корень проблемы, да. Вот в большинство конфликтов или каких-то там позиционирований, если можно посмотреть, в их основе лежит более глубинные позиционирования, то есть либо это религиозные конфликты какие-то, как существует конфликт между западной цивилизацией и Россией, то есть это конфликт между католической католицизмом и православием. Это мы можем это не мог простить Толстому фразы, да, он повторял ту фразу о том, что патриотизм – последнее пристанище негодяев. Лев Толстой повторял эту знаменитую английскую фразу. Но я вот здесь, мне кажется, Михаил и вам Достоевский там ближе, чем Лев Толстой. А мне ближе Лев Толстой, поэтому мне как бы кто от кого должен отречься, православная церковь никто, от Толстого или никто ни от кого отрекаться не должен. Я просто говорю о том, что в одном и том же человеке могут присутствовать совершенно разные начала. И это, в общем-то, отличает нас, живых людей, от какой-то там физической природы. Поэтому, да, когда ты остаешься самим собой, просто самим собой в любых обстоятельствах, то можно сидеть, разговаривать за одним столом и с бандитами, и с докторами наук, и с какими-то там, ну я не знаю, там неадекватными там персонажами, там какой-то вот около тусовки. Вы будете мэром Самары или нет? Это зависит от обстоятельств. Ну вы собираетесь, вы хотите быть мэром Самары? Ну, с политических целей я не менял. Это было бы большим благом. Михаил, а где... Когда вы станете мэром Самары, вот Сергею Моисеевичу и другим Моисеевичам есть чего бояться? Я думаю, нет. Нет, вот здесь граница. Да, вы вот не уверены, говорите. Надеется. Я надеюсь, они будут правильно себя вести, и им нечего будет бояться. Михаил, ну тогда попробуем, да, говоря о том, что вы способны, да, к диалогу с разными людьми, да, главное, чтобы это был диалог, да, и была некая содержательность. Тем не менее, я как бы вас спрашиваю, что тогда есть универсальное, да, в Михаиле Матвееве? Он как бы одновременно и националист, и интернационалист, и коммунист, и русский патриот, и славянофил, и до известной степени все равно западник, потому что живет как хочется. То есть, одним словом, он русский интеллигент.
Вот все это одновременно. Да. Такая универсалия. Вот почему, к примеру, да, то, что кого вы называете там либералами, почему им можно было бы голосовать за Матвеева? Или им нужно испугаться, да? Потому что, может быть, будет публика, я не знаю, в аппарате городской мэрии, который там выходит на русский марш, там разная публика. Вот, мы посмотрим, может быть, надо будет заставлять. И это вообще вопрос к тому, что, да, вот вопрос, когда сейчас говорят о нынешней оппозиции. Есть ли что-то действительно объединяющее людей, как будто бы противоположных? Я хочу, Сергей, пояснить свои истинные политические взгляды, вот именно политические, в чем они заключаются. Это я вот говорю правду, да, то есть вот то, что говорю, это так. Так и есть. Значит, и это серьезно меня отличает от многих политиков, в том числе либерального свойства. Значит, я считаю, что демократия, она существует для всех. Я считаю, что честные выборы — это выборы, до которых допущены все, включая тех людей, которым ты никогда не подашь руки. Потому что ты считаешь, что они представляют какую-то точку зрения крайне вредную, нерукопожатную и так далее. И конечным арбитром является народ. То есть я больше либерал, чем либералы, потому что я не хочу обижать, просто есть многие люди, да, то есть, с которыми я разговариваю, которые мне говорят, чем те либералы, которых вы называете либералами. Которые мне объясняют, что такое честные выборы. Они говорят, честные выборы, на которые нельзя допустить националистов и фашистов, потому что иначе ведь как в 1933 году придет к власти Гитлер. Честные выборы, которым нельзя допустить Единую Россию, потому что это партия жуликов и воров, и поэтому нужна люстрация. Честные выборы — это выборы, на которых нельзя допустить вот этих, этих и этих, потому что они вот то-то, то-то и то-то. И в результате получается честные выборы для 5% населения. И вот этот подход... Михаил, только это не либералы говорили. Это социалистический вообще принцип. У нас просто так все перевернуто, да, и левые на Западе об этом говорят, именно левые. К сожалению, Сергей, к сожалению, да, вот общаясь в разных там кругах, и в Самаре, и в Москве, я вот практически в чистом виде слышал вот это. То есть мое политическое кредо заключается в том, что если мы говорим о городском сообществе Самары, то это городское сообщество, в котором власть должна осуществляться всеми. И это власть, в которой есть и либералы, и националисты, и евреи, и татары, и там, я не знаю, там мордва, и чуваши, и кто угодно, хоть инопланетяне. То есть те люди, которые живут у нас здесь. И задача власти заключается в том, чтобы не давать какой-то одной из этих группировок сжирать как бы пространство вокруг и не давать жить другим. То есть вот что такое, на мой взгляд, демократия. То есть вот я такой демократ, я так считаю. Как сказал в свое время известный вам философ, да, что мне неприятны ваши взгляды, да, но я готов там отдать там чего-то, да, чтобы вы могли это говорить. Вот сегодня был замечательный эпизод в губернской думе. Один из депутатов Единой России начал выступать сегодня на одном из совещаний, очень яростно, как бы, ну, правильные вещи говорил, но которые несколько резали ухо правительству. И настаивал на том, чтобы предложение поставили на голосование. И с помощью стандартной единороссовской процедуры, которую я видел не раз, которая много раз в отношении меня применялась, его предложение не было поставлено на голосование. Он вдруг почувствовал себя в меньшинстве. И как эта машина может работать против него? Вот я, например, считаю, что процедуры демократические должны быть таким образом выстроены и отрегулированы, чтобы они работали вне зависимости от того, кто в данный момент находится у власти. Матвеев, Азаров, Петров, Иванов. Я, допустим, хочу, чтобы мнение жителей определенной территории было первично для вопросов как бы, обустройства и застройки этой территории. Михаил, 7 минут. И чтобы этот механизм работал вне зависимости от того, мэром будет Матвеев, Иванов и Петров. Сейчас я вижу, что пока ситуация обстоит таким образом, что пока ты не придешь к власти, ты не сможешь заставить считаться с людьми. Потому что мы видим на каждом мэре одно и то же. Они приходят, начинают проводить... Михаил Николаевич, прям классная тема. Мэры Самары. У нас осталось немножко времени. Да. Вот просто коротко оценки этим мэрам, да, которые были. У нас был Сысуев мэр, у нас был Лиманский мэр, Тархов, Азаров, там следующий, возможно, будете вы. Одной, да, банки огурцы, как сказал один народный философ. То есть вот сегодня есть мэр Азаров, да? То есть вот он, по мнению там, значительной части населения, гораздо ничем более ничем не эффективен. Отличается от, от Лиманского и Тархова, кроме очков. Ничем. А чем отличаетесь вы? Я другой.
Какой? Михаил, и здесь, да, границы. Мы все прекрасно понимаем, что, к сожалению, эта система, вот в 90-е, я не знаю, было, мне кажется, было проще. Там элемент... Взял, отстрелил, и все. Нет, и ну, личной энергетики, да, больше значил, чем сейчас. Ну, все понятно, да, вот были сложные периоды. Я не знаю, как там было на самом деле, но, да, когда вы снимали, да, глаза, и так получалось, выдавалось, что, да, вы в пользу Лиманского там уходили с выборов. Я к тому, что, да, реализоваться сейчас, да, невозможно без тех или иных компромиссов с властью. Сергей, вот, компромиссы с властью нужны. Нужны. Вот но граница заключается в том, что ты гнешь свою линию. Вот, например, конечно, можно совершать ошибки. Вот этот миф, о котором здесь вот прозвучал, про то, что я якобы там что-то в пользу Лиманского снимался, да, он состоял следующим образом. Когда произошел второй тур, я не вышел во второй тур, то я обратился к обоим кандидатам, к Тархову и Лиманскому, с предложением взять мою программу на вооружение. После чего мне предложили встретиться с Титовым. Я поставил одно условие, что на этой встрече не звучит ни фамилии никаких кандидатов. Не звучит. Непонятно было, если Титов поддерживал после Лиманского. После чего в эфире СКАТа вышел ролик в новостях, где было на фоне вот нашего синхрона, или как сказать, было сказано, что Матвеев решил поддержать Лиманского. Я позвонил после этого Андрею Калядину, который в тот момент курировал все эти процессы, и сказал: Андрей, вы что творите? Договоренности об этом не было. На что он мне сказал: ну что ты теперь с нами, судиться будешь? И все. И потом 250 раз во всех сюжетах, по всем новостях сказали, что Матвеев поддержал Лиманского. Мне пришлось выйти в эфир телеканала «Терра», хотите, подымите, это было в последнюю пятницу перед выборами, и сказать, что прошел вот такой слух, я поясняю, я не поддерживаю ни того, ни другого, на выборы не пойду. После этого, значит, уже после эфира прозвонился мне один единорос, который начал мне объяснять, что я нехороший человек, потому что я должен был поддерживать Лиманского, а никого не поддерживаю. Мне пришлось ему сказать: пошел на... Михаил, мы уйдем от этой ситуации. То есть политика — это такая вещь, когда тебя могут многократно использовать без тебя самого. Все равно неизбежность. Поэтому искусство заключается в том, чтобы четко артикулировать свою позицию так, чтобы она выглядела как твоя собственная. Как только ты становишься, попадаешь в ореол каких-то крупных вот этих больших людей, то ты рано или поздно либо станешь на их орбиту, и тебя начнут вращать просто силой притяжения, либо, значит, ты где-то там сгоришь. Михаил, у нас 3 минуты. Такой вопрос. Уходит, как не относись к Титову, в конце концов, да, человек здесь родился, сформировался, да, представляет этот регион. Назначают нам Артикова, да? После Артикова назначают Меркушкина. Я сейчас даже не беру фигуры. Для Михаила Матвеева, который, во всяком случае, мне кажется, совпадает вот с теми вещами, которые связаны с самоуправлением, да, с региональной психологией, с Солженицыным. Насколько это оскорбительно? Или действительно в Самаре такая ситуация? С одной стороны, были криминал, с другой стороны, были жандармы, с другой стороны, да, военные слобода заводы, что в Самаре невозможно для того, чтобы был свой лидер. Вот это оскорбляет вот такое присылание людей, независимо откуда? В какой-то степени да, это недоверие к региону, который демонстрирует федеральный центр. С другой стороны, если говорить применительно конкретно к Меркушкину, то пока мне нравится, как он себя ведет. Я понимаю, что это очень хитрый дед, которому, видимо, все-таки задача стоит с наших 36% за Единую Россию как-то к своим 93% в Мордовии приблизиться. И как-то он должен это сделать. Но пока он это действует таким образом, что он очень по-умному себя ведет. Я недавно был на форуме и видел там забавные сцены, как наша несистемная оппозиция с рюмками вот так вот кружила такими зигзагами перед столом губернатора, чтобы он только посмотрел в их сторону. Понимаете? То есть он умеет находить точки соприкосновения. А кто это? Назовите фамилию. Что это за бессистемная оппозиция, которая кружила? Ну зачем? Это самое интересное. Знаешь, что такая ничтожная публика здесь. И поэтому, конечно, то, что... Мне кажется, вы лукавите. Мне кажется, не было вот этих бессистемных оппозиционеров, и вы их выдумали. Нет. Были. Ну, я вам скажу за рамками эфира, зачем обижать людей. Они же просто не почувствовали, как они втягиваются вот в эту самую орбиту, и их начинает притягивать звезда к себе, правильно? Михаил Николаевич, если говорить о притяжении звезд, да, вот мы... Поэтому есть большая опасность, что обаяние господина Меркушкина будет настолько сильным, что оппозиция сама по себе исчезнет просто. Любится как класс. Меркушкина. Но я придерживаюсь такой позиции, если он будет делать
благо для региона. Его за это нужно хвалить. Михаил, но вы же противник Единой России, да? Недемократической системы. Вот если надо будет стать мэром и вступить в Единую Россию для этого, вы готовы вступить в Единую Россию? Нет. Я считаю, что и в КПРФ не готов. А в какую-нибудь партию вообще готов? Есть партии, которые соответствуют Михаилу Николаевичу Матвееву? Или, может быть, до революции? Если бы мое движение, Союз народного самоуправления, блок Михаила Матвеева, могло получить ярлык на то, чтобы стать политической партией, то может быть. Я вообще считаю, что мэры, губернаторы должны быть беспартийными. А на уровне местного самоуправления нужно запретить партийные списки и фракции. Понимаете? Вот так вот я считаю. И поэтому в рамках этой концепции я комфортно себя чувствую как беспартийный человек. Другое дело, что существует огромное количество предложений и общений от разных политических партий, как парламентских, как непарламентских. Для меня оптимальным вариантом было бы, если бы я стал какой-то объединяющей коалиционной фигурой для разных сил, там левых, правых и других, и мы бы заключили некий такой как бы пакт, при котором меня поддерживают. То есть, как вы сказали, так политик многоразового использования, да? Не одноразово, а многоразово, чтобы можно было всякой партии понравиться. У нас полторы минуты, Михаил. Последнее из целого ряда событий, оно все равно немножко выходит. Да, Координационный совет оппозиции, вы принимаете участие, занимаете непочетное 103-е место, но понятно почему. Да, выигрываете в конкурсе эссе. У вас одновременно, с одной стороны, довольно ироничное отношение к тем, кто там избирался и как избирался. С другой стороны, вы все-таки идете туда. Вы, с одной стороны, я так понимаю, что достаточно иронично относитесь к Навальному, да? Но и он ходит на русские марши, и он демократ. Это что, ирония, действительно, вы считаете этих людей ничтожными, или кто-то там очень похож на вас, и такое оттолкновение? Вот, например, фигура Навального, который сейчас в моде такой, позиционный. Я вынужден был сделать над собой усилия для того, чтобы принять участие в этих выборах. Зачем? Потому что в этом была политическая целесообразность. То есть нельзя было оставить регион, один из самых протестных регионов России, где... Но вы же не оппозиционеры. Послушайте, сами, Дмитрий, одна из самых, протестных провинций. У нас, если посмотреть по митингам, которые проходили, у нас один из самых протестных регионов. И чтобы от этого региона никто не выдвинулся, это было неправильно. Я подождал... Никто не выдвинулся. Я выдвинулся в последний день. Понимаете? Написал там в профайле, что я один из лидеров, оппозиции. Меня тут же начали клевать и говорить: во, лидер, не лидер. А кто лидер, если не Матвеев? Объясните мне. Но вы же сказали, что вы не оппозиционер. Как так? Нужно было представлять регион. А зачем представлять? Потому что нельзя уйти с поля боя. Михаил, вы сейчас лидер до ваших избирателей, это точно, можно оспорить, но они не оппозиционеры, и не всегда протестанты, в смысле протестном, а не в лютеранском. Но лидер вы в оппозиции, и есть, вы говорите, самый протестный регион. А такой ли он протестный? Да? Последние акции достаточно скорбные чувства вызывают. Это вопрос повестки. Нельзя выводить людей просто так, потому что наступило 15 число. И поэтому выходим все на площадь. Нельзя. Когда существует реальная пружина, помните мы митинги футбольных болельщиков, которые вам близки были, да, мы с вами присутствовали на одной трибуне, стояли на этих митингах. То есть мороз 25 градусов, все обстоятельства против, люди выходят с детьми. То есть потому что был мотив. Поэтому искусство политика заключается в том, чтобы выхватить в эту повестку, сформулировать ее и под эту повестку собрать народную энергию. Поэтому я иронично относился к выходу 15 или 13 числа, просто так выходим. Но представлять в этих выборах регион кому-то было необходимо. И итоги выборов в КС показывают, что Самарская область по количеству избирателей заняла 3-е место. То есть действительно здесь большой потенциал. А с точки зрения политической целесообразности личной, мне хотелось лично познакомиться с этими людьми, лично, и посмотреть на близком расстоянии, кто они из себя представляют. Я эту задачу выполнил. Кого-то, как Навального, уважаю, кого-то, как Ксению Собчак, нет. Понимаете? У нас, к сожалению, время подошло к концу. Я думаю, что Михаил и так известен. Я думаю, что он раскрылся. Хотя есть еще пространство, для. Мы ушли в сторону. Это был Засекин.ру, Центр Э, и мы увидимся. Предлагаю эту передачу не показывать, а записать новую.
нормальную. Да, вот мы это было мы ее покажем и вы обсудите, стоит ли записывать новую.